Я ушел, но они про это пока не знают. Но я не могу тебя представить вне агентства, это вся твоя жизнь. Они поставили Майерсона руководить моим отделом. А он хотел загнать меня в архив. Человек по кличке «Зайдите завтра, начальник», они сошли с ума. А у него на каждого есть досье, поэтому его все очень боятся. И что ты собираешься делать? Пока не знаю. Я над этим работаю. Ты приехал в Зальцбург встретиться со мной? Да, с тобой и Моцартом.